Едем, друзья. Я как груз анализирую. Крутые виды выбираю. Все, стою тут как на сноуборде, как на скейтборде. Мы его от подушки спустили, ему он сейчас гремит у нас. Сейчас надо пару дерингов будет приварить. И Алена, наверное, думает, что меня это, что меня потеряла. Вот она, Маша. Немножко здесь по травке проедемся. Надо, я думаю, здесь уже попридержаться, кропаль. Ничего, нормально идем. Как только сейчас разворачиваться, у нас нет идей. Здорово, народ! Короче, сейчас опять с Аленкиным трейлером, но с другим. Сейчас пока дома. Вот, ей надо сделать ящики. Вот. Вот здесь вот сделать ящики, вот эти убрать. Вот так. Будет два ящика. Потом приварить дополнительные деринги. Вот они здесь есть. Ничевые. Такие. Идентичные. Оригинальные. Вот. Вроде похожи. Будут привариваться, наверное, вот сюда. Что-нибудь вот так вот, может быть, вот сюда вот один. Здесь и сеть вот так. Потом вот сюда, наверное, еще один. И вот сюда еще плоские придут на днях. Вот сюда один. Такой же вот плоский будет. Сюда раз. Чтобы цеплять. Ну, может быть, вот сюда еще. Короче, будем видеть. В общем, такой фронт работ. Значит, что мы имеем? Дождь и бимы вот эти, перекладины, которых на моем прицепе нет. Это как бы особо не проблема, но как бы неудобно сюда будет байндеры складывать, конечно. Вот это проблемка. Здесь вот так же. Вот. Вот такие проблемы у нас, друзья. Сейчас думаю, как лучше. Надо туда уголок приваривать, наверное. Чтобы вот отсюда доски пускать. И прям туда. Раз. Так будет. Вот под этими. Уже цепи можно складывать.
И все остальное, это эти дырки, конечно, но это уже не беда, в принципе. Можно закрыть чем-нибудь. Тут вырезать кордон какой. Все. Такие дела. Красота, тишина, благодать. Птичкам и природе без нас лучше, друзья. Однозначно, мы им мешаем. В общем, выпилил доски с горем пополам. И здесь сюрпризик. Вот эти бимчики. И сейчас буду приваривать вот так. Уголки вот сюда. Вот так. Чтобы доски на них ложить. И туда погоню доску. Оп, вот сюда вот. На этот бортик. И сюда будут складываться цепи. Цепи и всякая утварь. Вот дырочки эти прикроем. Здесь вот дощечками закрыл так. Особо не заморачивался там с красотой, с выпиливанием. Как бы нет смысла. Вот крышки потом тоже. Это отдельные эпопеи будем делать, выпиливать. По размерам прям из досок хочу сделать. Чтобы закрывался, чтобы они нагрузку могли тоже нести. Ну вот. Короче, вот такие дела. Занимаемся. Птичек слушаем. Красота. Это турки. Wild турки. Индейки дикие. Вышли из лесу. Они увидели нас по-любому. Ну, зрение. Смотрит, смотрит.
общем, друзья, сделал сварки 240 вольт, отрезал розетку, поехал, купил здесь такую четырехпиновую, у меня старого образца была, это уже типа того нового тут. Короче, сейчас у меня тут три фазы, нормальные, 170 ампер, провар будет нормальный, привариваем диринги. Вот прихватил сейчас, вроде нормально. Будем диринги ставить дополнительные. Генераторик проседает. Может быть, 170 многовато, но зато провар хороший. А, это самое. Сейчас потом все покажу. Ну что, други мои, утро. У нас сегодня воскресенье. Тишина. Птички поют. Ну, такие ящики получаются у нас. Из досок выложил. Здесь под байндером. У меня в моем трейлере нет вот этих перемычек. Здесь есть. Вот эта проблема. Ну, вроде как бы это становится нормально. Здесь вчера он приварил уголок. Доски легли. Сейчас крышки будут делать это из этих досок. Диринги вчера приварили. Вот. Здесь, здесь и вот этот, и с той стороны точно так же. Все. Так что здесь удобно, когда грузы все больше к трайдам и сюда ставятся. Но вот сюда больше дирингов сзади. Особенности вот эти очень два крутых. В общем, дела идут. Друзья, короче, вот сейчас распилился это дело. Буду из досок делать крышки сюда. Прям чтобы это было так раз. И можно было и что-то поставить, погрузить. Чтобы они могли нагрузку нести. В общем, доски крепкие тут. Что угодно выдержит, перемычек много. Будет делиться вот эта секция вот так. И вот эта отдельно подлиннее. Вот сейчас их буду вместе сшивать. Все, я уже буду ставить, потом петли делать. Такие вот дела. Стружки тут много. Все, друзья, закончили наконец-то. Два дня вроде делать не особо много, но время ушло до хрена. Вот здесь мне пару болтов не хватило, потом надо будет докупить. В общем, две таких дверки. Пожалел уже, что петли спрятал туда, потому что уже проблемы с открытием есть. Оно не то, что проблема, оно все хорошо открывается. Нужен ограничитель ставить, чтобы если дальше туда пойдет крышка, то петли может вырвать. Вот. Это раз ящик. И вот второй. Раз. И все. Вот он сейчас подальше покажу. Вот. Вот второй. Вот так это все дело выглядит. Раз и все. Эстетично, круто. Здесь проблемы. Долго думал, как поступить. Была у меня такая вот оцинковка тоже. Вот ее положил.
и уже к ней петли. И это лучше всего. Да, тут щель небольшая, но это ерунда все. В принципе, ни на что не влияет. Можно, конечно, стропу кусочек отрезать и положить вон этим степлером, пройтись сюда. И она будет как бы вот так вот постоянно. Ну, я думаю, это не нужно уже никому. Оно как бы ничего такого. Супергерметичность не нужна. Вот и все. Видео будет короткое, но может быть кому-то даже и пригодится. Thank you very much for watching. Subscribe, please. Да. Зачем? Ну, ты же показываешь манометр. Манометр. Вот так получилось. Ну, еще цепки там, они крашеные. Крючочки у них. Красили, сейчас высохнут, и сюда же уберем. Опа. Вот так вот. Надо еще будет тросик купить и вот сюда натянуть, вот так, чтобы ограничение, чтобы он дальше не открывался. Это петли повырываются. Вот, все работает, все супер. Ну-ка, закрой. Раз. Вот и все. И она нагрузку несет. То есть можно что-то поставить сюда тяжелое. Без проблем. Такие дела. Друзья, короче, что тут страхом не занимаемся. Вот это крепление, не крепление, как бы он, направляющее втулка на капоте, ограничение. То есть сюда штифт входит, и он никуда не болтается. Вот он, сам штифт. И оно до конца на всю. То есть капот просел. У меня он до дворников начал доставать. Вот, видно. С той стороны вот, это все вот капотом. Плюс, вот видите, натерто как резинкой. Вот она резинка до дыр. Поэтому сейчас буду снимать их, сверлить новые отверстия. Чуть-чуть их немножко вниз опускать, чтобы капот повыше стал. С этой стороны также. С этой стороны я не трогал, он то не аджастал. Поэтому сейчас просверлю и уже той буду подгонять вот этим штифтом вверх-вниз, оно регулируется, высоту капота. Такие дела. Вот получилось сделать вот такие отверстия. Немножко сверло уходит, она, видите, под наклоном. Вот, приходилось немножко подгонять. Ну, там плюс-минус, не так страшно. Вот. Сейчас прикручиваем на новое отверстие. И все. И будет у нас капот чуть выше. Будем уже регулировать. Ну все, установлено. Вот таким образом это выглядит. Сейчас будем тестить капот закрывать. Короче, закрыл сейчас. И вот по этой линии не сходится где-то вот так. Вот сейчас здесь опущу. Эти черные на болту. Вот. И вот, вот настолько же я опущу, чтобы он был по линии. По этой. Вот эта линия и здесь на капоте. Красная линия, чтобы совпадала. Ну вот, теперь уже получше.
почти совпадает, но еще 3 миллиметра надо. Хотя если смотреть вот это, вот по этой линии, вот капот как будто бы уже больше вниз. Здесь вот щель, на уже как будто бы капот вот сюда вот уже лежит. Но судя по арке, нормально. Капот, кажется, вот по решетке как будто бы завален. Как будто бы сильно завален. Может быть, так и оставлю. Там не видно. Ну, короче, уже так лучше, чем было. А я тачку нежно тряпочкой протру. Thank you.